24 августа в Тверском областном суде пройдет очередное заседание по делу Артура Атабекяна. Ожидается, что во время него продолжится исследование письменных доказательств. Как мы уже сообщали, Атабекян, известный в криминальной среде как Артур Молодой, был осужден в 2018 году. Сейчас он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Предварительным следствием установлено, что в 2016 году обвиняемый был признан так называемым «вором в законе». Осужденный в 2018 году, он был направлен для отбытия наказания в Бежецкую исправительную колонию, где, придерживаясь своего криминального статуса, 789 раз нарушил установленные правила внутреннего распорядка. За нарушение выдворялся в карцер и ШИЗО. Кроме того, в октябре 2019-го обвиняемый совершил применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника колонии. Еще раз отметим, это первый факт, выявленный на территории Тверского региона. Ранее уголовные дела по статье 210 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации не расследовались. В Тверском областном суде продолжаются судебные слушания по жестокому убийству девушки в Оленинском районе области. На скамье подсудимых житель Оленина Александр Чижов. Он обвиняется в жестоком убийстве 24-летней тверитянки Анастасии Семеновой. По мнению следствия, сначала Чижов жестоко избил девушку, сломал ей ногами ребра, затем 46 раз ударил отверткой, а после задушил брюками. Кроме того, Чижов признался, что изнасиловал Анастасию. Я бы хотел, чтобы он всю жизнь вспоминал вот эти вот последние минуты. Он видел последние минуты моей внучки, да? И пусть он вспоминает об этом. Пусть, если ему это было приятно, пусть он радуется вот этими моментами последними. Пусть он знает, что он уже больше воли не увидит и никому больно не сделает. Тем летом Настя с мамой приехали в Оленино. Там могила Настиной бабушки. Она умерла незадолго до гибели внучки. В этот же день Настя с родственниками пошла в местное кафе. Там встретили Чижова. Он отвез Настю домой, потом она вернулась к машине и все, пропала. Мы решили пойти погулять. Мы пошли в кафе «Авет». Далее там встретили этого Чижова. Общались, ничего подобного не замечали за ним. Ха-ха-хи-хи. Далее дискотека закончилась в кафе в этом. Мы пошли на рынок в поселке у нас. Стояли на рынке, собрались домой. Я Чижова попросила отвезти домой нас. Сначала он повез Александра Максудова в Воронина вместе с нами. По дороге в Воронине как раз позвонила нам Лариса и сказала, то, чтобы мы ехали домой, то, что проснулся ребенок. И мы сразу же приехали домой. Мы с Настей вместе зашли домой. Настя мне говорит о том, что пойдет, скажет, что мы больше никуда не пойдем. Потому что Настя мне спросила, что давай еще постоим. Я сказала, нет, мы никуда не пойдем, потому что у меня проснулся ребенок. И Настя пошла ему сказать о том, что мы никуда не пойдем, и все, и с этого момента никто ее не видел. Мы звонили, мама звонила несколько раз, звонила я с маминого телефона. Раз, наверное, три. Из этих один раз я слышала, Чижов сказал, выкрикивал, что эта девочка сегодня моя, привезу ее завтра. Но ни завтра, ни потом Настю никто не увидит живой. И то, что подозрение падет на Чижова, с кем жили по соседству, для многих стало шоком. Вы могли подумать, что он такой способен? Нет, конечно, он работал в отделе в полиции в Оленинской. Ну, и работал, проходил практику. Я никогда не могла подумать, что человек такое может сделать. Весь этот год с момента задержания мать Насти Лариса так и не услышала от Чижова слова покаяния. В суд она пришла как на казнь. Вновь увидеть того, кто отобрал у нее дочь. Отобрал зверски. Это очень страшно. Я не хочу ни видеть, ни слышать этого человека. Мне очень страшно, нервно. Я не знаю, как пройдет сегодняшний день этот. Очень тяжело. Он учился в Москве на милиционера. Я вот представляю, что бы было, если бы он выучился на милиционера. Он бы ходил, бы убивал, сам бы расследовал. Вот это было бы очень жутко.
Сегодня в суде Чижов неожиданно заговорил. Что чувствуете после этого? Вы спокойны? Нет. Вы переживаете, вы раскаиваетесь? Конечно. Ничего такого. Почему я говорю «конечно»? Конечно. А за что вообще? За что? Могу сказать только, что так получилось, и вину свою признаю, приношу извинения, соболезнования. Нет, я не буду принимать никакие извинения. Я только увидела, мне плохо уже стало. Нет. Он отобрал у меня все, что у меня было. Теперь у меня ничего нет. На очередном судебном заседании продолжились допросы свидетелей. Мы следим за ходом событий.